Дом 13, крайне один. Магазин пятерочка. Вызывает полиция. Что-то мне еще. Я покупатель обманутый. А, все. Да-да. Хорошо, спасибо. Боря говорит, тут нормально было, они были, но раз говорят, что нужно, то я пересилил себя и вызвал. Что тут происходит вообще с Крымом? Ну, просрочки детские, что. Ну, естественно. 3 июня 1851. Новокузнецкая, 13, строение 1, где-то адрес, по памяти сказал этот адрес. Все переехал сжать. Я уже что случилось? Купил просроченный продукт питания, случайно обнаружил, потому что надо это. Проверил я на тебя. Красный. Ну, до этого тоже. Я могу точно не знать. Первый полицейский об этом не говорит. Первый полицейский. Заметьте. А вы что? Нет, я с патроном постановил. Нам нужно составить на картинную группу, чтобы описать, объять и направить. Сейчас положи дежурный, мы будем принять решение. Сразу же. Скажите, кто хочет хайпа или популярности посидеть. Ну а такое бывает еще. Люди сотрудников. Водительская. Да. Ну, мы пока сами это проконтролируем. Тем более на вас набрали миллиард объективов. Это общественная организация или какая-то? Не, вы что? Нет, просто так посидел, там посидел. Он случайно зашел. Меня вызвали свидетель. Вы за Маскворецкого ходил, да? Да, да, да. Меня ошибся. Нам главное это. Вам больше ничего в жизни не надо как-то. Помойка-то есть? Здесь куда? Полиция. А что, кто вам мешает? А кто на нее облокачивается? Девушка. Люди смотрят же, проходят на девушка, нее. Девушка, я бы на вашем месте, вот, ну, занимайтесь своими делами, пожалуйста. Это наши тоже зоны. Вы очень. Пожалуйста. Пока мы на вас не перешли, пожалуйста. А то не нужно. Начнем, это не угроза, это... Продайте мне, пожалуйста, вот такой. Все началось. Зря. О, бесплатные трубочки? Да. Вот этот бургер тоже можно попробовать. О, 200 рублей. Вот, поехал на бабах. Ценник появился. Ну что, вы продадите трубочку? 200 рублей. 100 грамм. Подойдет. Правда, все доложил. Спасибо. Все, спасибо. Не уходи, сейчас будет еще одну. Да. Там победили, что придет. А фамилию дайте. Не могу сказать, не знаю, кто придет. Карточка. Владимир, будьте любезны, вашу карточку. Еще нет, хочет. Я не буду. Ладно, я в этом не участвую. Вы умеете возвраты делать? Возвраты? Да. Хорошо. Вы сами напросили. И, пожалуйста. Подожди, чек сейчас выйдут.
Все, чек-лист. О, без наименования, без ничего. Ладно, хорошо. Дата изготовления этой трубочки, пожалуйста. Дата дефростации, сертификаты и все, что должно быть. Да просто верните ему деньги, все. Да, отдайте. Скажите, извините, идите отсюда, молодой человек. Что ты к девушке пристаешь? Сделали тебе замечание по делу? Нечего тут облокачиваться на витрину. Ментам всяким показываешь тут всякую фигню. Все, полиция ушла, не перед кем приделываться. Вон. Что? Где? Трубочка. Трубочка. Так, трубочки. Вот у нас прошло штук. 30 числа трубочка. Это накладная у нас, да? Это дата поставки, а дата изготовления. Изготовление тут день, не указано. Что-то я сомневаюсь. Скажите, пожалуйста, вам известен технический регламент таможенного союза? А именно... Поясним вам. Поясним вам. Вам, видимо, он неизвестен. Дело в том, что по техническому регламенту продукция любая должна маркироваться соответствующим образом, чтобы довести до потребителя там указаны некоторые сведения, да, например, дата изготовления, срок годности, что там еще, состав, энергетическая ценность, понимаете? Это все можно. У нас же есть сертификация, да, то есть. Где? Нет, конкретный товар вот этот. Вот конкретно этот товар. Да, да. Ну, не просто на точке этого нет. Естественно, мы знаем. Смотрите, как это должно выглядеть по закону. По закону, вот вы продаете трубочку, вот тут, во-первых, уже должен быть срок годности 96 часов, но каждый приход, вы должны тут отмечать дату изготовления. Так нет, изготовления. И до чего? Тут вообще ничего нет, просто ценник. Вот, вы ее фасуете. Вы вот как в Ашане, может, видели, да? Печать, принт, там, этикеточка такая, ценник. И вот там указывается также дата изготовления от производителя, срок годности, вот, и все, вот и прочий состав, там, энергетическая ценность, производитель и прочее, да, тут этого ничего нет. Поэтому этот товар является некачественным и, более того, по 29-му федеральному закону он является опасным для жизни и здоровья. Можно попробовать? Там прям так написано. Да, в законе так и написано. Это опасный товар, так как он не маркирован надлежащим образом. Вы вкусный такой? Сухой. Улетаешь. Да, отказаться. Человек не получил информацию полностью, в полном объеме о товаре, и поэтому хочет вернуть свои. Да нет, они свежие. Ну, Коля тупляк не ест. Как говорится, что обещали. Пятерочка будет хуже. У меня нет к ним личной претензии, но полиция данного района по Замоскворечью работает отвратительно, и поэтому пускай работает больше, учится, еще раз учится. Что это? Угощают. Конфеты? Колян добыл уже? Конечно, нет. Я бы вот отходил на этом. Представляете, бесплатно едят. Вообще ни за что не платят. Никогда не покупают за деньги. А мы у вас баунти нашли. Все, 119. Это трубочка 119 рублей стоит? Да. Круто. Трубочка без ценника до определенного времени стоит. Ну что, когда исправитесь? Да. Когда исправитесь-то? Да. Все это будет маркировано, да. И да. Дата, время. Я приду. Ну просто мы же не можем вас просто так отпустить, смотрите. Именно по трубочкам? Не, вообще по всему. Нет, смотрите. Дело не закрыто. Смотрите. Дело в маркировке. Маркировка, и тут информация, и маркировка на конечный продукт. Вот на этот. То есть не просто пакетик вот так вот положил и все. Чтобы человек домой пришел, может у него склероз. Может он не помнит, когда он купил. Чтобы эта информация была читаемой. Конечно, конечно. Прям загуглите ТРТС. Вы не поверите, у меня дикая аллергия на вареную сгущенку. Ты умрешь сейчас? По-моему, там была сгущенка. Капец. А как человеку об этом узнать? Должен быть состав. Павлик, мы не шевелили. То есть вся информация, она очень любит. Нет, вы нигде. Вы для меня никаким образом не довели. Я поняла, что читабельно, чтобы это все было.
Смотрите, да, доведите до своего руководства. Дело в том, что мы, может быть, сейчас такие добрые, да? Вот, придет злой Роспотребнадзор. Ну все, вот такие вот дела, исправляйтесь, хотите конфетку? Угостите. Да, уже угостили. Остальное мы заберем, что мы жадные. Ну все, вот так, ребят. Пояснили застоечку, да, информацию или что-то. Человек не верил, но уверовал. Мы что, сегодня какие-то добрые, на самом деле. Ну да. Меня задолбали просто комментарии о том, что мы всех провоцируем, там что-то там делаем. Я никак такого не делал. Никогда. Володь, провокатор. Борис. Эти. Запишем нарушение? Наверное. А что с ним? Мое. Моя слабость испытывает мое. Что там, Вова? Слабости к майору. Что там, Вова, как дела? Че, пускай сам? Ну, типа, он специально делает, вы что, не замечаете, что? Ты телефон свой давал? Да. Добрый день, мы вызвали. Россия. Вы знаете, что по закону Российской Федерации больше смени снимать, это постановое разрешение. Я проституток только снимаю. Понятно, вести видео. Кто вызывал? Я. Вы вызывали. Кто вы будете? А кто вы? Я сотрудник полиции. Не заметил. Пожалуйста. Защищенный Павел Павлович, до 23-го, так и по полномочиям. Ваши документы можно, пожалуйста? Смотря с какой целью интересуетесь? Удостоверение вашей личности. Я начала. Что за агрессия? Пожалуйста, приведите свои документы с личности. Намного лучше, конечно. Ну, основание, я же не услышал. Удостовериться, что я есть я. Да, если вы начальство наберите, вам номер дадут, вы мне позвоните, меня завибрирует, значит, это я. Вы предоставьте мне документы о встрече личности, как гражданин. А я буду уже устанавливать тоже имя. Я понял. Пожалуйста, предоставьте мне это. Не имею при себе. Удовлетворены ответом. Хоть отмаршировать. Отлично. Все, так точно. Пошли. Оформим заодно вас. Готов оформиться? По всей строгости. Конечно. С вами. Нет. Вместе. Нет, только вас. Николай Николаевич, пришли мне сюда, пожалуйста, Упергруппу, либо сотрудников ДПС. Зачем? ПП. Ну, получается, я не знаю, заявитель, да, заявитель отказывается предоставить. Нарушение ПДД. Я отказываюсь? Говорит, что якобы у него их нету. Я хочу удостоверить личность, я вас отвел. Да. А вы можете по имени, фамилии пробить вот и удостоверить? Что в этом? Давай. Жду. Так? Наряд пришел? Я вижу. Один раз меня спросили. То есть на заявителя вы вызвали наряд. Пробили. Это да. ДПС, да? Да. Вы... Ну, может, вам подаемся ППС, ДПС, опергруппа. Мне вообще нужен участковый только грамотный, поэтому попрошу заменить участкового. Либо следственно-оперативную группу. Ну, хорошо. У меня есть заявление об административном правонарушении, возможно, преступление по 238 статье Уголовного кодекса. Возможно. Интересует вас? Как это? Не я же? Возможно. Я же следователь по вашему. Я же следователь, поэтому не скучаю. Возможно. Возможно. Я предъявляю вам. Будете принимать заявление? Конечно, буду. 3 июня 2019 года приблизительно 17 часов мною было приобретены продукты питания в магазине по адресу город Москва, Новокузнецкая улица, дом 13, строение 1, магазин «Пятерочка». Собственно, было приобретено вот это вот детское питание со сроком годности до 3 июня, ну там 10.05, что-то на стекло. Детское питание просроченное, оказалось, можете проверить. Вас интересует, конечно, вообще, в принципе, здоровье граждан, детей. Интересует? Конечно, интересует. Ну, проверяйте. Дальше. Не поверив, что в этом магазине все просрочено, я пришел сюда снова после судебного заседания, чтобы подкрепиться. Приобрел себе и своим знакомым булочки, печенье, и все оказалось просрочено. Я расстроен, в расстроенных чувствах я вызвал... сотрудников полиции. К сожалению, сотрудники полиции не приехали. Меня просят здесь супергруппу следовательно.
Нет, я требую, не прошу. Это законное требование. Что, бланк? Страшно еще, не трясти. Да, ничего. Ладно. Самое интересное. Хорошо, здорово. Да. Да. Сейчас, одну секунду. Подождите. Сейчас, подожди. Ваша фамилия, имя, что ли? Это то же самое, что я назвал по 102. У вас же есть карточки. У меня карточки нет. Я пришел, у меня дежурная часть. Поэтому я хочу удостовериться. С кем разговаривать? Дежурный. Так я хочу удостовериться. Как фамилия дежурного? А? Орешкин у вас? Орешкин? Да. Орешкин, а я Арсений. Вот. Алло, Коль. Кто заявлял о факте возможного правонарушения? Нет, невозможного, а 100%. Да, первое. Я сегодня тут не умеешься. Отлично. Ваше имя что? Владимир. Владимир Викторович. Ну, по-моему, еще не называл, мне кажется. Нет, не меня называли. Дата рождения ваша. Зачем мне это называть сейчас? Ну, мы удостоверить вашу личность хотим. Что вы это вы. Чего же недостаточно, да? Нет. Хорошо, покажите паспорт, чтобы подтвердить вашу дату рождения. А то я не верю вам, что это вы это вы. Ну, вас посмотрим по базе данных. А я тоже вас посмотрю, вот у меня база данных за спиной. Это дичь какая-то, да? Вместо того, чтобы заниматься вообще делом, да, вот мы сейчас занимаемся выяснением тех, кто вы. Я у вас... Вас вообще не интересует правонарушение? Меня интересует, я все принес для того, чтобы от вас принять. Объяснение заявление, взять данную продукцию. Мне нужно будет указать ваши анкетные данные. Сейчас? Что вы, да. Или он продиктует? Сейчас. Потом. Сейчас. Потом. При заполнении всего. Ваши анкетные данные. Анкетные данные я даю только горосполком. Вы обязаны мне предоставить ваши анкетные данные. Послушайте, Павел, вы будете ОМП составлять, правильно? Я сначала начну с заявления объяснения, потом уже до ОМП. Подберемся. Хорошо. Так он же там указывает эти данные. Какие? Кто? Кроме фамилии контактные. Больше ничего нет. Почему? Он, наверное, укажет и адрес своего проживания, и все остальное. Объяснение. Зачем? По данному факту буду вас опрашивать. Вы же выявили, где, как, и какие условия. В рамках. Вам по вашему обращению. А, то есть вы его зарегистрировали? Ну, вам надо номер очень мне будет сказать. А вы сначала заявление напишите. Я не пойму, то есть сейчас его нет? Почему? Ну, карточка 02 также постируется. Карточка 02 есть, ну, является. Но по закону Российской Федерации я обязан вас принять объяснение заявления. Вы ссылаетесь более точнее по закону Российской Федерации, какую часть там? Я же говорю, еще раз говорю, мне нужно, вот вас паспортные данные ваши, чтобы я внес. Я не помню. Не помню. Как плохо. Это так часто вот бывает. Проблема по. Бьют сейчас. Уральщик. Уральщик носитель. Большой звезда не погода. Особенно майоры. Это не надо. Не за... со средней звездой, конечно, со средней. Это обязательно паспортная данная сейчас? Да, это обязательно. Может, ты как бы оставить? Да, это обязательно. Я уже отказался. Я вот честно там отказываюсь. Нормально, да? Можно же отказаться? Почему? Ну, отказался от требования предоставить паспорт. Пояснение. Да. Вы мне заявление сначала приняли по ближайшим образом оформили. Не, в принципе, не подсказывай. Пускай только сам себя, да? Ну, заявление-то, я думаю, еще и на Павла поступит, правильно? Ну, естественно. Ну, паузу я заметил, на расстоянии по дисциплинарке моего привлеченного. Что это? Вон заявление. Вы, собственно, оружие заполняете. Опять? Так, да. Третье. А вы полностью укомплектованы? Все бланки у вас есть с собой? Павел. Протокол принятия устного заявления. Его нет сейчас. Четвертое. Так. Запоминайте цифру 4, да? 4. Все, пиши тогда. А, ну не будем писать? Написать тогда? Ну, а что пиши, что мы будем? Устное заявление принять. Устное заявление отказывается? Ну, подождем. Чего ждем? Протокол устного заявления. Чему вы не укомплектованы? Нету. А почему? В связи с чем должен быть у меня с собой? В связи с приказом 736. Постоянно именно должен быть. Да. Такие случаи, ну, заявление, объяснение. Объяснение есть. Когда вы выходите с территориального органа внутренних дел? Ну, должны быть все, так
ответственный там, кто? У меня, кстати, один раз так начальник розыска, он просто был ответственный, он как бы, ну, не отвечает, он просто в тот день был ответственный. Его привлекли к дисциплинарке за то, что он не укомплектовал сотрудника. Пускай они привезут протокол принятия устного заявления. Научился. Научили. Сейчас постоит вопрос, а что это? За один раз тут полицейский не справится, понимаешь? Понятно. Сирконса они особо не справились. Поэтому что нужно сделать? Наказать и подучить. Да. Дождем. Время просто не охватывает. Ну ладно. Можешь пока написать объяснение, да? А давай пока на полицейское заявление сделаем, да, его нарушение, да? Готов принять его для жалобы? Жалобу для себя готов принять? Пишите. Устно, естественно. Нет, что же, пишите. Нет, ну, пишите. 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 Да. Ну, пишите. Пишите. Нет, я не буду, я буду говорить. Говорите. 3 июня 2019 года приблизительно в 19 часов 15 минут по адресу Москва, улица... Какая он тут? Опять же забыл. Новокузнецкий, да? Ну что ж, вы не знаете, куда приехали? Это я не знаю. Новокузнецкий, дом 13, район 1, магазин Пятерочки. Ко мне обратился сотрудник полиции по форме. Сотрудник полиции на грузном знаке 024-609, который при обращении гражданина не представился. Прошу провести всестороннюю служебную проверку по указанному факту и привлечь сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности. О результатах проведенной проверки прошу и принятых мерах прошу сообщить мне письменно по адресу электронной почты. Готовы записать? Лодинг. Не готов, да. Приняли заявление, да? Будете писать? Господи. Я вам дал полномочия принимать устное заявление. Ну нету бланка, ждем. Сейчас привезут. Ну, запишите себе куда-нибудь. Сейчас привезут бланк. Хорошо. Ждем. Вы сказали, давайте говорите. Я вам сказал, что просто так было больше заниматься мне. Вы бесплатно. Вы бесплатно я не работаю. Тем более с людьми в форме. То есть остальные жалобы на себя вы тоже будете принимать. Не готов. Не укомплектован. Ты что, это старший участковый полномочный, старший. Ходят слухи, что старшими становятся, когда съедают младших. Вообще я понимаю, что это подходит под ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, да? Халатность, возможно. Но у Кузнецкой 13 строение один. У вас тут наряд? Да, тут надолго. Мы слышим, говорит, у него бланков с собой нет, сейчас мы будем ждать. На него уже 4 заявления для самого только. Да. Что там? Что с Аней говорит? Что, приедет? Зря у нас протокол. Павел Павлович, зря. Да. Извещаю вас надлежащим образом о том, что по сторону Пятерочки движется дорог Александр Борисович. Вы знаете отношение к майорам и городу? В следующий раз. Любят. Любят. Любит наш народ всякое. Поэтому, как говорят, что будет точно, мы любим сами. Поэтому мы всегда изъявляем волю. Я думаю, понятно. Я просто говорю, что разные люди бывают. Некоторые знают, что там свои права. Ну, вот, обычно протокол заявления пишут. Мы не планировали надолго. В следующий раз, когда я вас граждане вызываю, это берите с собой несколько бланков по форме, да, которые вам нужны. Вот, сейчас бы гражданин быстренько вам дал, передал бы, вы написали, посмотрели бы. Ага, печеньки, да, есть такое, есть там просрочка. Плюшка. А я уже до свидания. Написали, ушли, а сейчас, ну, будем... А сейчас ролик. Ну, я никогда не спешу. То есть... А как же максимально короткие сроки и процедуры должны происходить? Это как? Колокольцев, то есть не для вас? Да? Я тоже как заботиться. Меня там именно там для вас поправили. То есть, да, можете помочь, оказать помощь, изъять, наказать виновных. О, вот. Хорошо. Ну, наказать? Конечно. Прямо сейчас наказывать будете?
Прямо сейчас? Да. Нет, ну справишь, мы же выясним, откуда предприятие Виталий. Так, составим административный протокол, если люди виноваты. Так же нужно довести. Если это, конечно, входит в вашу, так сказать, подведомственность. Да. Ну, мы это, а то у вас же там 14-7, да, да. А потом направить для рассмотрения дальше, да? Да, да. Ваше дело маленькое, быть бери. Ну, ждем, сейчас документы привезут, все сделаем, все напишем на ближайшем виде. Вот это намного лучше. Я чувствую, вам правильные инструкции поступили по телефону. А то начали как-то, что такое документы, что все, чуть 19 уже не было. Ну, все, вспомните правильно, если захотите, что вы направили, что как. В карточке написано только ваше фамилия, а больше ничего. Я же только что и говорю, запишите адрес, куда направить. А, куда направить? Сейчас документы привезут, мы запишем. Здравствуйте. После этого туда. Звоните, чтобы мы сейчас показали Не хочется принимать заявление от Максима. Док еще. Майору подвезли. Так, зафиксируйте мне, что у него цепочка на шее. Да, понятно. Жгут. Сейчас этот жгут будет прятать. Вот так вот делать.